Привет всем, с вами вновь Игорь Плейл, и вы смотрите новый обзор от Finance Game. В этом выпуске вы ближе познакомитесь с Лебронами 10, Леброн 10 в расцветке призма. В Штатах эти кроссовки появились в продаже 31 декабря 2012 года при розничной цене $180. Сейчас эти кроссовки стоят дороже. Очень популярными они оказались. Очень желанной оказалась данная расцветка. В России эти кроссовки продавались и продаются. Стоят 8000 рублей. И, наверное, сейчас выгоднее их приобретать в России. Не платить за доставку и немалые деньги за сами кроссовки. Заказывая из США. В России тоже довольно популярной расцветка это оказалась. И я думаю, что это все весьма-весьма неспроста. На мой взгляд, тоже очень-очень красивая, интересная расцветка получилась. Так, цвет верха Strata Grey. Видимо, конса. За ними всем знакомые ниточки. Здесь подсказка. Swoosh. В этом месте у каждой расцветки свой значок, либо циферка. Здесь призмы. Призма. Здесь вновь красивые рисунки. Здесь вновь видим призмы. На обратной стороне язычка. И в данных областях. Очень красиво все это выглядит на ноге. Призмы здесь даже есть на кончиках шнурков. Здесь мы ничего нового уже не увидим. Я думаю, все знают, что такое Леброны 10, Иксик, что за инновационная система амортизации используется в этих кроссовках. Здесь тоже X, логотип короля, шнурки, язычок, вновь лого, LJ, коронка и здесь подпись. Вот и все. Смотрели мы на замечательную расцветку. Мега популярной модели. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Скоро будут новые обзоры, интереснейшие. Ставьте лайки. Удачи!